Переходил на красный, попал под колеса. Вечером в Минске Вольво сбил 19-летнего парня на пешеходном переходе. Почему водитель не заметил человека, выясняют инспекторы ГАИ. Со слов очевидцев, парень не обратил внимания на сигнал светофора. Пешехода увезли в больницу для обследования. Еще один наезд произошел в Смолевичах. Утром на улице Вокзальная фургон сбил человека. Под колесами «Газели» оказался 27-летний мужчина. С места аварии видно, что разметка пешеходного перехода читается лишь с края дороги, но установлен знак. С травмами пострадавшего госпитализировали. Утомленное состояние водителя было вызвано ездой по встречной. В Бобруйске «Опель» уперся в служебный автомобиль, когда экипаж ДПС патрулировал улицы города. Водитель пояснил, что он дальнобойщик, вернулся с рейса и практически не спал. Теперь мужчине за езду по встречной в утомленном состоянии грозит штраф с возможным лишением прав. А эти кадры из Китая. Во время движения по автобану огромный валун выкатился из грузовика прямо на легковой автомобиль. Причиной аварии стала другая легковушка, водитель которой, чтобы не пропустить поворот, резко перестроился в правый ряд, где ехал груженный самосвал с прицепом. Резкое торможение вызвало падение каменной глыбы, которая вмиг смяла соседний седан. Водитель отделался легким испугом. Был ли кто-нибудь еще в поврежденном авто, не сообщается.